Всем привет! Вчера у себя на балконе в коробке обнаружил вот такого вот интересного зверька, животного. Роговой крестоносец. Крестовик. Очень похоже на то, что это самка. Вот. Просидела на меня ночь в этой банке. Я ему тут набросал перегородок мандариновых, в которые он вцеплялся. Зачем, не знаю, конечно. Судя по описанию в интернете, паук имеет токсичный яд в своих железах, но в целом для человека вроде как не особо опасен. Он тут внизу уже наплел паутинки, поэтому его сложновато вытащить отсюда. Будет. Вот, ну, по поводу действия, силы действия этого яда на себе не проверял, конечно же, желания особого нет, чтобы он меня покусал. Ну, вроде как написано, что легкое покраснение, зуд, жжение. Даже пишут, как вроде бы сравнимо с укусом пчелы. А так, в общем, хищник, стандартный хищник, питается мошками, всякими комарами, которых ловит в своей паутине. Паутину в основном ночью плетет. Сейчас мы его попробуем выпустить, побегать. Вот здесь, на таком импровизированном столе, вот у меня еще тут приготовлена ловушка для него, если он решит убежать. И попробуем его печенюшками, пряниками покормить. Так, пробуем. Вот он повис в своей паутине. Вот, в нижней части брюшка, как мы видим, у него паутинная железа, из которой тянется паутина. И вот он пошел. Своей паутине, то есть он видно, как там наплел, и вот продолжает, из него выходит паутина. Вот, чтобы ему удержаться, он, соответственно, продолжает ее наплетать. Соединяет задними лапками, как мы видим. Но сам, я так понимаю, он не захочет оттуда уходить. Выходить из этой баночки. Может быть, мы его попросим с помощью палочки нам
снизойти, дабы показаться во всей красе. Давай, дружище, выходи. Мы тебя не обидим. Это он очень плотно прицепился. Так, вот он выходит. Вот он идет. Пытается выйти. Нет, 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 стойте, не туда пошел. Вот, давай, 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 вот куда теперь. Завтра я его выпущу, потому что... На улицу выпущу, потому что, мне кажется, он... Кормить мне его нечем. Он просто не выживет. Просто не выживет у меня дома. Вот он какой красавец. Так, он уже хочет на фотоаппарат. На фотоаппарат хочет лезть. Вот он пошел, пошел своей дорогой. К ловушке подходит. Мы его не пустим далеко. Как бы это показать? Вот такой вот у него. Ну вот он разогнался, ищет себе место тепленькое. Так понимаю, скорее слинять отсюда. Сейчас мы попробуем. Немножко пряником угостить. Конечно, может быть, издевательством будет в части. Как говорится, ну а вдруг, может быть, он захочет кушать. Нет, он не реагирует, ему нужна подвижная цель, которую можно поймать, захомутать. Интересно посмотреть с обратной стороны. Ну вот из него паутина тянется. Одну ногу поднял.
пряниками не питаюсь, сказал. Вот он запутался, сам запутался в своей паутине. Только сейчас я увидел его, скажем так, клешни, которыми он делает укус. В обычном состоянии, скажем так, у него они убраны, сложены. Но когда нужно укусить, он их, соответственно, выставляет. Так, ну и напоследок хотелось бы... Ой. Вау, какой танец! Исполнение. Вот он повис в паутине. Так, ну и напоследок мы все-таки испытаем, в таком состоянии укусит он или нет. Конечно, не хотелось бы, чтобы он укусил. Немного страшно. То есть попробуем взять его. Точнее, брать мы его не будем. Мы дадим ему возможность заползти ко мне на руку. Так, ну сейчас попробуем. Ну, как мы видим, он даже боится. То есть он даже
Даже его даже не интересует. Моя рука совершенно заинтересован в том, чтобы найти себе укромное местечко, скажем так, для того, чтобы перезимовать. Так, вот, ощущения, должен сказать, такие. Вот, он даже не хочет со мной иметь дело. Вот так вот. Уходит. То есть он понимает. И паутина все равно у меня еще остается очень твердая. Прочная. Так, вот он скукожил. Так что, в принципе, как мы видим, сам по себе, или сама, скорее всего, эта самка агрессии не проявляет. Вот. Руку человеческую игнорирует. И при первой же возможности бросается в пропасть, скажем так, уходит. Паутину я обрываю. Вот, и он, наверное, слишком много, мне кажется, потому что из него слишком много паутины вышло. И вот он сразу так затихаревается, скажем так, чтобы отдохнуть, потому что продуцировать столько много паутинной железы ему, конечно же, не очень-то приятно за такой маленький промежуток времени. Плюс мощный свет, светодиода камеры, еще и лампа тут. Светодиодная еще у меня на голове светит. В общем, паук весь в лучах славы. То есть вот такой вот он, шестилапый. Четыре лапки у него как бы, когда он в таком состоянии, они как бы сверху. Но когда он их расправляет, то они, получается, у него по сторонам. И две боковых с каждой стороны, по две с каждой стороны. Вот такой вот роговой крестовик у нас получился. Никак не реагирующий, то есть вот он сейчас чувствую, как он ползает, вот чувствуется, что он боится очень. И поэтому пополз. Света боится, мне кажется, очень сильно. По-моему, локтю пополз. С тыльной стороны. Обратно.
Убегает. Вот он. Так, опять затихает. Сейчас мы его... Сидим. Куда драпанул? Стой. Вот он у меня тут. Ползет, ползет. Вот он прячется от света подальше. Темнолюбивое животное. Вот, вот по этой стороне руки очень сильно ощущается его прикосновение. Типа я лечу, я ужас летящий на крыльях ночи. Я ужас летящий на крыльях ночи, я Спайдермен. Все, на этом, я думаю, нам нужно заканчивать. При съемках этого ролика ни один паук не пострадал, ни один оператор тоже не пострадал. Вот. Отправим нашего питомца в баночку и завтра выпустим куда-нибудь на волю, и у него больше шансов выжить, чем у меня. Потому что мне его нечем кормить. Пряники он не кушает. Мандарины тоже. Но на воле есть как хоть какой-то шанс ему забиться в какую-то щель на зиму и перезимовать. Где-то 2 года, судя по данным из интернета, они живут. Соответственно... Если не слишком старый, то еще, наверное, есть у него время насладиться жизнью. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. И всего доброго.